Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, братишки и сестренки, всем привет и добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня мы вместе с вами поиграем в Roblox Spell Blade Simulator. Эй, дружище, если ты играешь в этот симулятор, присоединяйся к нам, будем вместе тащить. Также не забывай про подписку и лайкос. Это очень важно, чтобы получить двойную удачу от бамбукового медведя. Так, ну что, ребята, давайте глядеть, что тут есть и что с этим едят. Так, какой-то челик есть. Челик, ну-ка, смотрите, мы его сейчас задамажим. Ха-ха. Так, здесь написано, что у нас сейф-зон. Короче, дамажить мы ничего не можем. Зато мы можем палкой своей махать и рубить вот эти вот камни. Камень раз рубим, камень два, камень три. Камень, ладно, пошли дальше разбираться. Я шучу, конечно, шуткую. Так, у нас здесь есть... Дайли Реворд. Смотрите, тут сколько всякого песочка золотого валяется. Вкуснятина. Во-во-во-во-во. Что-то там уже дамажит, там мама не горюй. Я из своей зоны вышел, мне там по лапке постучали. Так, мы скопили максимальное количество нашей магии какой-то. Так, короче, все это дело мы продаем, и нам даются монеты. Красота, красота. Так, смотрите, мы здесь уже можем дамажить. PvP disable. Опа, а здесь enable, а вот здесь disable, понятно, короче, вот за эту штуку лучше не выходить, да, видите, вот здесь, все понятненько. Вот эта вот дорожка, это наша есть безопасная зона. Так, что у нас тут еще есть, смотрите, там какие-то, о, там какой-то костерок, что-то все бегают, там пвпхуют. Ладно, мы до туда дойдем еще, погодите, я только начал, ребята, погодите, притормозите коней. Так, опять мы это все дело продаем, давайте глянем, что у нас там вообще хотя бы есть в магазине, где у нас магазин. Эй, товарищ, продай мне какую-нибудь вкусняшку, хочу что-нибудь одеть. Смотрите, что у нас тут есть, спеллблейды, это наши типа клинки, да, магические, одна атака, две атаки, стоит 30, окей. Потом у нас есть какие-то руны. Это что значит? А, это вместимость, наверное. Это, наверное, вместимость. Так, давайте еще такую рунку возьмем. Сколько у меня остается? Еще такую рунку возьмем. Так, а это классы. А, это нам типа делать реберды. 3 миллиона требуется. А, балдешечки. Так, ладно, возьмем вот это. И на вот это уже не хватает. Теперь мы сразу же своей палкой-махалкой должны получать по двоечке, да? Смотрите, оп. Да, теперь мы получаем по двоечке, у меня рюкзак наполняется, это камень, это магический камень, блин, как же тяжело его носить, я думаю, что-то не то, а, как-то лайки тяжело ставятся, смотрю, понятно, потому что камень, да, о, ладно, как бы тяжело нам не было, нам надо все равно махать этой палкой, ребята, так, давайте мы все это дело сейчас сдадим и попробуем, пойдем кому-нибудь нахлобучим. Так, а что у нас тут еще есть? Так, это за робоксы, все понятно. Это у нас всякие тут бусты, геймпасы. Это нам не интересно. А, что-то затолкали со всех сторон, ладно. Погнали, ребята, посмотрим, что тут еще есть. Так, 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 забегаем. Так, смотрите, что у нас там есть? Какая-то есть пещера. Палатка! Забирай, какая будет моя черут это? Моя первая палатка, я буду в ней ночевать. Блин, а что-то еще туда за... Все от того, что кто-то слишком много ест бамбука. Так, зайти нельзя. Почему? Эй! Сова, открывай. Медведь же пришел. Все равно не открывает. Так, тихо, мы там дамажим. Тут еще ПВП хоть можно. Смотрите, у нас мобы есть, что ли? Офигеть. У нас, оказывается, есть мобы. Только сдачи они почему-то нам не дают. Зато мы их можем дамажить. Я по единичке. Да погодите, больно. У меня экспа копится. Смотрите, у меня копится экспа. Это прикольно. Они даже наверху сидят. Смотрите, мобы зашкерились наверх. Эй, слезай. Мобик, слезай. Какие-то там зеленые шреки. Фиона, хорош там. Ладно, понятно. О, нифига себе, так у меня еще и скилл оказывается есть. Смотрите, мы стреляем. Ууу, ништяк. Издалека. А почему они не агрятся? Почему они не агрятся? Это же неинтересно. Блин, получается мы просто... О, смотрите, здесь какая большая... Пачечка стоит, мы сейчас вот так попробуем их всех задамажить. Дамажится же? Эх, двое дамажится, до третьего маленько дамажилка не достает. Ладно, ничего страшного. Зато мы, наверное, вот этих двух женщин сможем вот так вот сзади потихонечку расколупать, да? Смотрите, сразу по двоим дамажится. Ништяк, у меня уже 25, а их спулины уже 30. По пятерочке, короче, валится. А, балдешечки, а, чумешечки. Так, у нас там еще есть, смотрите, лагерь, да? О, так, это синий лагерь, а там у нас красный лагерь. Давайте добежим до туда. Помахаем маленько палкой и сбегаем туда на гору. Интересно, есть что-нибудь там на горе, либо нет.
Да, вон тоже челики машут. О, здесь уже они, наверное, более сильные какие-то. Но они сдачи все равно не дают. Капец, нифига, я им помаленько снимаю, вообще. А сколько, интересно, дастся? Блин, товарищ, ты по мне попадаешь. Больно же, прям по лапкам. По 19. Больно. Больно же говорю. Так, давайте, не знаю, сколько у меня. 30-ка, да? У меня сейчас 30-ка. Попробуем его убить. Капец, это долго будет. Мне, по-моему, больше по носу прилетает. Так, давайте я лучше отойду. Так, встаем все в круг и как-нибудь валим по одному, это, чтобы не, друг друга не дамажить. А то что-то Friendly Fire здесь включен, мне больше улетает. Обалдешечки, 10 дали. Лучше тех поменьше, которые валить, да, ребята? Так, ладно, здесь у нас довольно-таки быстро все забилось. Смотрите, 450 монет, а это что такое, что это за монетки? Понятно, видимо, которые за реберт будут, да, даваться. Так, давайте купим палку по 4, по 245 тоже хватает. О, теперь по 7 за атаку будет. И 525, мне теперь надо 525 накопить. Так, смотрите, теперь у меня по 7 закапливается. Ништяк. Так, отправляемся на поиски приключения. Вот туда наверх. О, тут монетка какая-то. Кто-то потерял, надо подобрать. Оп, вкусняшка. А, ну понятно, это вот эти вот основные, да, копятся. Основные монетки копятся. Так, мы можем сюда еще наверх забежать. Блин, смотрите, здесь какой-то кругляшок. Если есть кругляшок, это значит что? Правильно, можно туда зайти. Токеншопы. А, ауры. Нифига себе, денег сколько. Денег нет, но вы держитесь. Обалдешечки. Здесь у нас, смотрите, ауры можно покупать. Вон, класс. А, требуется, чтобы туда зайти, требуется следующий класс. Да, Вич. Вич это, по-моему, ведьма. Desert Ruins. Хм, прикольно. Так, тихо, хорош там по мне дамажить. Больно же. Все, меня убили. Изверги. Опять меня задамажили. Обалдешечки. Так, ладно, я теперь могу, ребята, знаете, что делать? Я могу все это дело, наверное, сейчас продать. Я могу еще матч один купить? Нет, мне маленько не хватает. Давайте я вот еще буквально чуть-чуть пофармлю. Я хочу сейчас купить новую эту палку-махалку в носу ковырялку. И пойти уже пофармить немножечко уровень. Так, 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 сколько у нас там? 600, ништяк. Капец, они со всех сторон там налетают. Звери. Больно же, мишки. Да, 528 мы берем. Теперь мы будем уже, ребята, по 12 дамажить. Красотули, красотули. Так, где мои хп? Только бы мне как-нибудь вот здесь от них увернуться и пойти постараться, ребята, здесь пофармить экспу. Так, вот у нас кто-то стоит. Мы теперь по 12 лупим, это хорошо. Хлопа, пятерочку заработали, да, сразу, отлично. Надо нафармить уровень. Нужно обязательно нафармить уровень. Просто я боюсь, что у меня сейчас рюкзак забьется. Рюкзак забьется. Но я могу еще фармить? Да, смотрите, я могу еще фармить. Дамажится? Да, дамажится. Давайте потихонечку еще. Хотя нет, давайте мы тпхнемся. Быстро все это дело сдаем, чтобы у нас деньги просто так не пропадали. А то наши взмахи идут в пустоту. Мы их дамажим-то дамажим. Но монетки-то не копятся. Это печально. Давайте еще вот этого зелененького Шрека. Погодите, Шрека, что-то черно-белому мишке больше достается, чем Шреку, по-моему. Со всех сторон меня наколобучивают. Так, интересно, как у меня хп здесь рассчитывается? От количества моих спеллов, либо от реберсов, или еще как-то? Кто играет, ребята, уже напишите в комментариях. Как здесь рассчитываются хп? Так, а я им что, так же по единичке, что ли, снимаю? Капец, а что так мало я снимаю? Я думал им... по 12 это копится мне просто вот этого энергии. По 12 копится энергия, а дамажу я, наверное, так же мало. Я думал, я буду им хотя бы по 12 дамажить. Офигеть. Так, ладненько, давайте мы сейчас еще их парочку убиваем. Я хочу хотя бы, ребята, нужно обязательно нафармить на уровень. Так, сейчас у нас опять все забьется. Давайте мы еще вон тех двух товарищей сейчас добьем. Самое главное, чтобы меня не добили. Здорово, братишка, здорово. Давай, помогай. Погодите, у меня сейчас все забивается. Ай, меня опять убили. Изверги злые. Куда от вас спрятаться-то? Бынч, куда-то я сверху упал. Так, и у меня 1300 монет. И на эти монеты мы сейчас с вами отоваримся. Что возьмем?
Так, меч уже очень дорогой, ребята, очень дорогой. Давайте мы возьмем за 300 на 800. И у меня остается... О, ништяк, мы на 1700. Теперь мы можем нормально пофармить. Теперь у меня рюкзак, вот этот камушек. Смотрите, он изменился. Стал шоколадный. Шоколадный камень, шоколадный. Так, ладно, пошли дамажить, ребята. У нас остается... О, там что-то PvP было написано. Да хорош меня дамажить. Хорош дамажить, хорош дамажить. Мне сколько? Мне еще надо 4 их убить. О, кого-то там уже задамажили. Кому-то задамажили без меня. Так, сейчас мы их маленечко подколупаем. По единичке я снимаю. Мало очень. Это первый уровень у меня. Не знаю, может быть, сейчас у меня с уровнем, кстати, вырастет и ХП, и дамаг по ним. Может быть, надо будет еще древо умений прокачивать. Может быть, строить свои города. Может быть, караваны грабить здесь можно. Но это, конечно же, не точно. Так, этих мы завалили. Последнего убить, наконец-то, последнего. И, может быть, у меня и ХП тогда вырастет уже, а? Дамажим их, ребята, дамажим, дамажим, дамажим. Еее, у меня уровень. Нифига себе, 400 до следующего. Так, а поскольку теперь я им буду дамажить? Так же? Так, а я им дамажу также по единичке. Также по единичке им дамажу. Да капец, хорош уже меня дамажить. Видите, я им пытаюсь дамажить, а вы меня дамажите. Все друг друга тут дамажат. На балнешечке. Так, ладно. Фига себе, по 125. Больно же, вы что творите, а? Так, World Multiple. А, смотрите, от ауры у нас есть. А вот этот вот множитель от класса, а также от мира. То есть, если мы будем забегать в какие-то в другие миры. Ну-ка, сколько у нас дается? У меня сейчас 1000, да? 1044. Да, примерно один к одному, наверное, так и сдается, да, ребята? Один к одному так и сдается. 96. 38. Да, один к одному сдается. Так, я могу сейчас там еще вроде бы новую палку взять. Новую палочку мы можем с вами взять за 1000, да? 19 уже. По 19, потом будет по... Ого, 2000, офигеть. Так, ну это мне надо практически полный рюкзак забить, да, ребята? Полный рюкзак забить, забить, забить. Блин, да кто-то меня сзади все опять нахлобучивает. Достали. Больно же. Больно, 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 больно. Сейчас его задамажу. Все, побежал назад, а вот теперь я теперь буду тебя дамажить. Иди сюда, красавчик, иди сюда. Будешь знать, как бамбукового медведя обижать. Сейчас мы тебя догоним. Все равно я тут сейчас буду срезать. Опа, натики, опа, натики, опа, натики. Ну что, долго прыгать будешь еще? Долго прыгать будешь еще? Давай, давай, Васька называется допрыгался. Все, рассыпался. Называется не надо, не надо мишек обижать. Так, кто-то там опять еще дамажит. Да капец, вы достали меня дамажить уже, а? Ребята, дайте поиграть. Так, 1200 у меня есть и надо 1700. Давайте полностью сейчас набьем, а мне все равно не хватит. Нифига их тут сколько. Так, а как бы мне встать, чтобы всех троих дамажить? Я смогу так вот всех троих? Мало дамажится вообще по единичке. Чё так мало-то, а? Так, у меня сейчас уже все забивается. У меня рюкзак практически забит. Мы это все дело продаем. Мне нужно еще буквально соточку сейчас нафармить. И мы с вами возьмем здоровенский, офигенский новый меч. Бэнчик, сдаем, 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 ребята. И быстро бежим, быстро бежим. Сейчас что-нибудь вкусненькое. Сейчас у нас что-то будет вкусненькое. Вон у нас челик. Это у нас типа кузнец. Кузнец, кузнец, кузнец. Кузнецовский. В два раза больше практически. То есть с 2-4 до 4 тысяч. У нас скочит все из 30% на 47%. Ну все равно неплохо. Все равно неплохо. Ну блин, ну капец, тут фармить очень много, ребята. 3 миллиона. Офигетушки, обалдешки. Интересно, сколько здесь классов и так далее. Вот такой вот у меня уже меч, ребята. Такой вот меч получается. И теперь я фармлю по 30-ки уже. Ух! Сейчас пойдет у нас жара, жара, жаровня. Ладно, это все дело я буду, конечно же, прокачивать, ребята, вне ролика. Если вам будет интересно, будем продолжать играть в этот прикольный режим. Напишите в комментариях, какой уже у вас клан, какой у вас уже класс и поскольку вы фармите. Будет интересно. А я пошел немножечко прокачиваться. На этом видосик я завершаю. Желаю вам отличного дня и, конечно же, бамбукового настроения. С вами был Медведька Панда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.